22 победителя 17-й региональной выставки конкурса «Юные дарования» наградили в областной библиотеке имени Пушкина. Отметили и призеров. Напомним, что в состязании приняли участие 157 юных талантов Магаданской области. Возраст конкурсантов от 6 до 18 лет. Представители жюри отметили, что оценить работы детей было непросто. Да, работ было много, работы все были прекрасные, талантливые. Выбрать что-то лучшее было очень затруднительно. И поэтому те, кто не получил каких-то наград, призов в этот раз, я прошу не расстраиваться, а продолжать творчески работать. И, безусловно, ваш талант, ваши старания и умения рано или поздно найдут своих приверженцев, зрителей и почитателей. В выставке-конкурсе приняла участие и детская школа искусств Хасынского городского округа. Ее представили преподаватели Светлана Казначеева и Любовь Венгерова. Педагоги отмечают, что работали на выставке «Юные дарования» с большим восторгом. Хасынский городской округ представляли четверо ребят. Они завоевали 4 первых места. Наши таланты, конечно, мы очень рады, что мы победили призовые места, гордимся нашими детьми. И стараемся, мы как педагоги очень стараемся, чтобы у детей вызывали интерес к нашей работе, чтобы пришли тоже на наше место в школу работать учителями, педагогами, может быть, стали знаменитыми художниками. Учителя отмечают, что впереди у ребят еще много работы. Их ждут всероссийские выставки и международные конкурсы. Команда Хасынского городского округа всегда настроена побеждать, отметили педагоги. Приглашенный из Санкт-Петербурга председатель жюри выразил свое впечатление об уровне художественных данных магаданских ребят. Общий уровень магаданских детей относительно уровня других, например, областей, да, тут я думаю, что везде примерно ситуация одинаковая. То есть где есть более такой грамотный преподаватель, да, то есть там и уровень учащихся тоже достаточно сильный. Специалисты отмечают, что преподаватели должны не только зажечь в детях любовь к искусству, но и помочь им развиваться дальше. Уровень художественных навыков в каждом возрасте у ребят необходимо повышать.